Ну вот задрот, я как раз компенсирую мой нубизм на стрелке. Да, да. Так. И снова берем стрелка, да, да, нового героя. Если бы арест не кританул, мы бы поиграли нормально. Ну, кстати, я хоть что-то понял, да, за этого героя. Ну, на самом деле, нихуя не понял, но, в принципе, и так пойдет. Понял, что этот гер очень, типа, хуёвый в начале, как минимум. Вот что я понял. Очень слабенький. Так, а кому, пацаны, дерево скинуть? Вилди, тебе скинуть дерево, а? Я вспомнил про дерево, да, да, в начале игры. Вилдит за кого играет? А, Вилдит тоже играет. Вилдит, блин, на руина, скидывай дерево. Вилдит тоже за дерево же играет, лол, я забыл. А рудник я не зачищу, держу в курсе. Рудник я пи не зачищу, потому что я слабый. Ну, тупо слабый. Честно, у меня ощущение, что снайпер, типа, слабым будет. Ну, так вот, мне кажется. Может, в принципе, какой-нибудь атак спит ему взять? Там, походу, рили задрот. А напиши ему, чтобы он не сносил слишком быстро, если он собирается сносить слишком быстро. Я хочу хотя бы 20 левел снайпером взять, лол. Посмотреть, что у него тут есть. А то знаю этих задротов, блин, зла. Хочу героя хоть потестить. Помню, как я это за Кинариуса играл, блядь. Так и не увидел. Да не, мне похуй. Я не буду его это дефать. Тупо не буду дефать руину. Блин, тоже активка. Много маны потребляют. Тупо я вас хейчу. Я вас хейчу, пацаны. Ракеты мне не нравятся совсем. Ну, типа лол, кушка бесполезная, или надо через пассивки играть. Чисто рон это хорошо. Тут я кого-то смогу забрать, интересно. Я просто не знаю карту. Я смогу кого-то вообще забрать. Вроде тут слабые юниты. Мана нихуя не хватает. Надо походу ему купить тоже маски и баны и соби. Типа или не взять кушку, она 100 маны требует. Наверное, не нужно взять кушку. Вампирик? Да не должен, по идее. Говно ману выжило, блять. Я просто пассивку возьму пока, чтобы выживать получше. Сколько, интересно, я уже получил атаки? Бонуса своего. Ну и сагрилась говна ты сколько. Типа
Атака ему не нужна, ему нужна скорость атаки. Я точно знаю. А Нета, ты за кого играешь, кстати, Руина? Признайся. Тупо тут зло нападает, а я фармлюсь. Да, да. А, он по области дает, это неплохо, кстати. Да, да, вижу. Ага, Сильванка, вижу, вижу. Ща пролечу, пацаны. Ща пролечу. Ой, блядь, две книжки проебал, понимаю. О, такие руины. Или такие руины. А тут нету. Тут нету перчаток на скорость. Мне это 1500 голды в скобочках. Мне нужно 600 голды на. Мне нужно 600 голды на вампирскую маску. Иди сюда, Андет. Думаешь, я тебя не разъебу? Стой на месте, падла. Хуёвые ракеты, блять, рели хуёвые. О! Говно едет, понимаю. Пацаны, можем её зажать так-то здесь? Пацаны, мне очень нужно 600 голды, блять. 600 голды, блять. Никто нихуя не даёт, понимаю. 600 голды можно? Нет, нельзя, понимаю. Не, снайпер вообще не живет, конечно, без хилки. Чё за хуйня, лол? Не, ну этот гер говно полное, пацаны, рели. Опа, хуйня гер. Ля, стоит, закупается, блядь, чекайте. Охуел, что ли? 450, здорово. Тупо прихлопнули, черта ебаного. Хиляемся немножко. Это руина, не смотрел. Тут, кстати, это следующая волна, пацаны. Я, пацаны, фармлюсь, мне похуй, я фармлюсь. Я слабый для дефа волн, мне кажется. Мне нужно фармиться. Да, я руина, и что? Чё там? Рудник? Ну, рудник я, в принципе, смогу уже зачистить. Закрепили? Хуй знает. Не, не закрепили. Пололо, не ебут меня. Что ты хочешь-то? Ваши станы? Да кого ты станешь, мразь? Не, оно действует на юнитов тьмы. Ток, блин, это все равно мало сыпется. Так, ну я сейчас наверх успею тэпануться, я думаю. Тут яйцо дракона может продать, у меня просто слотов нет на него. Что хэлла аж дерево почернело. Я, конечно, пришел наверх, только я не думаю, что я смогу задефать все дерьмо. Прям совсем чуть-чуть, люди ебаные, блядь.
Ну я слабый, пацаны. Я как бы не РПГ герой, я просто герой, блядь, с мушкетом нахуй, бесполезный кусок кала, блядь. Понимаю, блядь. Хороший РПГ герой, да, интересный, сильный. Очень сильный, блядь. Невероятно сильный, я сказал, да, да. Можно на меня не ТПшиться руины? То есть дерево, блядь, взяло и зачистило нахуй одной волной, блядь, ауешное все это. Такая каловая масса, если честно. Тупо каловая масса. А не герой. Кушка? Кушка... Вот именно что, если бы она по области била, а так она бьет, блядь, хуй пойми как. У меня нету ТП, держу в курсе. Ну сейчас оно откатится. Мы сейчас проебемся. Там профессионал, блядь, говорили, играет. Я чё-то не вижу профессионалов. У меня просто волна, блядь, вытирает. Какой же бесполезный, блядь, новый, типа, герой. Ну, рили бесполезный. Ну, в смысле, где-то это? Я нового героя взял потестить. Ули он такой слабый, блядь. Не ко мне претензии, кстати, не я и карту делал, да? Просто карта говна, да, да. Я тут, между прочим, охочусь, видишь? Добиваю кого-то, стараюсь. Ну это нихуя не дает. Типа у меня уже к этому моменту должно быть там, ну, 200 атаки, блядь, с руки. Потому что у меня нету масс атак, блядь. Вот эта хуйня, блядь, она по ОЕ 0 урона. Вот эта хуйня по ОЕ 0 урона. Лол, я не понимаю, какой смысл. У меня 2000 голды, я не знаю, куда их тратить. Ну вот, смотрите, я антигерой, блядь, у Сильванки больше хп, больше атаки, чем у меня, держу в курсе. Антигерой, блядь, понимаю. Типа, я должен быть ассасином, но рейнджовым, ну, по задумке, я думаю. Ну, это хуйня полная, если честно. Герой хуй-то. Сильванка сюда прибежала. Сильванка экономику им рушит. Ты иди дефай волну, я пойду Сильванку отпугну. Ну как, если смогу, конечно. А, понимаю, говорю, иду. Иди дефать волну, а тут волну дефать нечем, блядь. Профессионально. Не, это хуйня, пацаны. Как Кинари новый, хуета, если честно. Типа, вот есть, типа, Наксрамас, есть там... Ну, где урон с ракет, блядь? Есть Наксрамас, есть дерево, все остальное, блядь, не нужно просто. Почему я не ваншотнул с двух ударов в голову, а? Хедшотом, блядь. Герой говна. Мне все равно маны не хватает, даже с двумя масками, держу в курсе. Если бы тут была скорость атаки... Тупо, если этот герой будет играть, то злодей АФК, держу в курсе. Только так он может играть. Против адекватного злодея этот герой не нужен абсолютно. Реально ноль, блять, эффективности от него нахуй. Поставьте ебаные вышки на кемпах, пацаны. Хули вас Сильванка ебет? Вы чё, рофлите? Такие, ну да, мы, блядь, нихуя не будем делать. Нас ебут, блядь, нам экономику шотают, блядь. Мы вышки, блядь, не делаем на кемпах, блядь, где мы золото добываем. Понимаю, блядь.
профессионально. Хелл, я иду, иду. Иду, но толку от меня не будет, конечно. О, дерево пришло сразу минус полволны. Понимаете? Понимаете полезность? Что такое полезность, нахуй? У дерева полезное, блядь. А я хуйня какая-то, блядь, на ножках. Это, кстати, что за фолиант? Лола, что это за фолиант, Филгит? Где ты его выбрал? Где ты фолиант нашел? У, как сильно! Ух, сейчас пробью вышку. Там вот сюда приехали. Не, мы это, хал, не заберем. Держу в курсе. Но... Не, чё-то хуй знает. Чё этот герой вообще, для чего он здесь, блядь, сделан? Сижу, не пойму, блядь, какой толк от него. Ну, Ликвид, может ты танками там убьешь вышку, не? Не хочешь? Дайте, подрывники побежали. Подрывники побежали куда-то. Они рано ли? Подрывники побежали. Ну чё ты меня, Сильванка, один на один шотает немножечко. То есть я проигрываю, блядь. Ракеты не бьют, блядь, ну ракеты не бьют, нахуй. Ну нахуя ракеты этому герою? Они, блядь, ни по области не ебут как надо, ни по одной цели не ебут как надо. То есть, блядь, смешали два говна, получилось еще более лютое говно. Нахуя этот спел вообще нужен? Я не понимаю, блядь. Сделайте ебаную ауешку, блядь, сука, ракетную. Потому что, ну, блядь, ну это смешно, блядь. Это смешно, нахуй. Оно ни по герою не бьет соло адекватно, ни нихуя не делает, короче. Тупо хуйня ебаная. Зато ракеты, блядь, зато ракеты красивые, как у автор сурва. Ой, я такие красивые ракеты сделал на вышках, блядь, пацаны. Пизда. Да. Го, пацаны, сюда. А? Как считаете? Я считаю, это надо. Пока нету. Я должен сам забрать, по идее. Мне нужно, короче, и там на атак спит. Очень нужен. Ну, танчит он, конечно, да, уже на таком левеле с отхилом по 120. Неплохо. И он разогнался по боссу просто. Я, короче, пойду забирать боссов. Чё там выпало? Руина, чё выпало-то? Не вижу. Чё выпало-то? О, демонический лук, это что надо? О-о-о. А вампирики стакаются, пацаны? Вот эти 30-35, они стакаются или нет? Кто шарит? Кто шарит, стакается? Нет, вроде. Не стакаются, респиш. Ну ладно, продам тогда. Лучше бы крит выпал. Я не знаю, что за итм вообще. Ну там хэла некому защищать, держу в курсе. Хуйня. Это возьму. Уже
Я пошел боссов убивать, пацаны. Вы справитесь без меня? Ну, я думаю, справитесь, потому что от меня все равно толку нихуя, против волн нет, блять. Где здесь проход? Может, когти взять вместо вампиризма? Не знаю, работает ли он или нет. Думаю, если люди говорят, что не работает, значит не работает. Значит, мы заменим итем с босса маску. Ну, при прокачке, конечно, эта штука неплохо уже валит, но она в достаточно маленьком радиусе это делает все-таки. Ебать, а зачем тут вот эти мелкие черепашки? Они ж бесят. А я по големам вообще хилюсь? Вроде хилюсь. Спасибо, что хилюсь по големам, блядь. Игра, спасибо, тупо. Да заебали станет, блядь, говноеды. Чё там, живете, пацаны, живете? Тупо собираемся, блять, в три итема с боссов. О, копье. Ну, неплохо вроде. Когда пуш, не знаю, я еще не собрал третий итем, капа. Я, пацаны, не собрал третий итем. Хоть сейчас. Копье может дерево? Дерево, тебе копье надо? Тебе сказал регин копье, оно восстанавливает 2%. Раз в 4 секунды атака дополнительно 2% здоровья восстанавливает. Понимаю, ну сейчас я босса убью. Блин, бесит эти станеры, если честно. Тупо станеры бесят. Ебать, они уже... Ну, не, ну это чит, конечно. Да, вот до сих пор этих ебаных гоблинов не понерфили. Ему вот вообще настолько похую, блять. Вот чел в соло, как бы, взял, снес вышку, блять. Они, конечно, стоят, наверное, дохуя. Вот просто на похую за 5 секунд прибежал, снес вышку. Ну, с копьем я зато буду точно убиваемым. Да, если так посмотреть. Маску тогда, получается, выбрасываю. В принципе, мне инты нападало дохуя. Кольцо. Хуйня, если честно, но... В принципе, неплохо. Так, где там, на кого напали? На кого напали, признавайтесь. А вот, вижу, на кого напали. Ща это, я прокачанный снайпер с тремя итемами. В соло волну разъебу, чекайте, сейчас разъебу в соло волну. Или нет? Ну вообще я хилю себе много. Чё-то пауки проехали мимо лоу. А чё пауки мимо проехали? Понимаю. У нас какой-то мах умер. Ну вот кто мне тут тпшится? Ну зачем? Я же отбивал тут все. Руины. Я в кои-то веки почувствовал себя полезным. Да-да, ну кстати, мисы меня контрят, пиздец.
На падла, копье ему надо. Всего-то на 2000 у меня хп больше. Ты атаковать должен, чтобы регениться руина, не афкашить. Как я его задефаю, если у меня КД на ТП руина. Оставайся внизу руина. 45 секунд. Оставайся внизу руина. Ай, блядь, ну ёбаная, почему так долго? Ну я 5 секунд ждал блядского ТП нахуй. Сука. Почему, блядь, я не могу тыкнуть правую кнопку во время ТП, блядь? Сука. Бесит. Ну можно еще дольше сделать, блядь. Телепортируется, блядь, целую нахуй вечность, блядь. Понимаю. Можешь сделать нормальный поски, как в 30 минут, блядь. Можешь сделать поски в 30 минут, блядь, и на героев, блядь. Ёбаный стыд. Он вылетел к старуину. В смысле не читать? Что, видишь, я потею? Как я чат буду читать? Рофли, что ли? Я потею, блядь, нахуй. Куда она делась? Куда она делась, лол? А, ее убили. Понимаю. Го, короче, убивать. Я сейчас пойду главку убью. Да. Нет, конечно. Ой, ебать. Волна. Волна, иди сюда. Бля, я такой бесполезный, если честно. Я говорю, дерево снизу стоя, а оно, блядь, вверх пошло. Не слушайте. Мне кажется, это хуёвый план. Ну, им вообще похуй, они дальше просто. Понимаю. Да нет, все хуйня, пацаны. Это все хуета. Понимаю. Силен снайпер, да, силен. Че, пытаешься меня пробить, что ли? Да это серьезно? Я же, блять, как дракон, могу в соло эту главку ебаную уже убить. Ха! Сосать! Так, вот это мне не нравится. До свидания, блядь. Пацан, мне не нравится количество их. Ну, ракеты супер слабые. Ракеты это вообще, блять, хуя не спал. Понимаю. Дайте добить. Оп. Все, плюс 10 голды. Изи. Не, ну гер говно, если честно. Типа, если бы злодей был сильнее, мне кажется. Ну, я всю игру хуйню занимался.